Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство iPhone 14. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить режим «Не беспокоить». Для этого мы с вами открываем приложение «Настройки». Вот здесь мы оказываемся. Спускаемся вниз, выбираем пункт фокусирования. Здесь выбираем режим «Не беспокоить». Ну, настраиваем его, понятное дело. Кто сможет звонить, кто сможет писать сообщения. От каких приложений можем получать уведомления, от каких не можем. Настройка экрана. Какой экран будем использовать для режима «Не беспокоить», например, один из них. Какой экран будет для страницы «Домой» использоваться как главный, или какого вообще не будет, например. Это все настраивается прекрасно. Ну, и потом возвращаетесь и включайте его вот здесь, вот режим фокусирования, нажимаете на него, и все, режим «Не беспокоить» включен. Если у вас здесь какой-то другой режим, тогда выбирайте тот, который вам нужен. Так можно каждый из профилей настроить, ну и пользоваться. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.